Описание знаков дорожного движения. Предупреждающие знаки. Первая категория знаков дорожного движения. Номера предупреждающих знаков начинаются на цифру 1. Знаки данной категории информируют водителя об опасностях на дорогах. Знаки предупреждают о приближении к железнодорожному переезду, об опасных поворотах, о крутых подъемах или спусках, о сужении дороги. Знаки приоритета. Вторая категория знаков дорожного движения. Номера знаков приоритета начинаются на цифру 2. Знаки данной категории распределяют приоритеты поезда пересечения проезжих частей, перекрестков или проезда узких частей дорог. В категорию знаков приоритета входят такие знаки, как «Главная дорога», «Уступи дорогу», «Пересечение со второстепенной дорогой» и так далее. Запрещающие знаки. Третья категория знаков дорожного движения. Номера запрещающих знаков начинаются на цифру 3. Знаки данной категории запрещают движение транспортных средств, изображенных на знаке, а также запрещают движение всех транспортных средств за редким исключением. Запрещают остановку, стоянку, обгон транспортных средств, ограничивают скорость движения. Предписывающие знаки. Четвертая категория знаков дорожного движения. Номера предписывающих знаков начинаются на цифру 4. Знаки данной категории обязывают водителей транспортных средств двигаться только в том направлении, в котором предписывает знак, ограничивают минимальную скорость движения и так далее. Знаки особых предписаний. Пятая группа знаков дорожного движения. Номера знаков особых предписаний начинаются на цифру 5. Знаки данной категории регулируют дорогу с односторонним движением, обозначают жилую зону, автомагистрали, дорогу для автомобилей, пешеходные переходы, зону искусственной неровности, начало и конец населенных пунктов, направление движения по полосам и так далее. Информационные знаки. Шестая группа знаков дорожного движения. Номера информационных знаков начинаются на цифру 6. Знаки данной категории информируют водителей о парковках, номерах дорог, о названиях объектов, схемах движения на сложном перекрестке, указывают направление, обозначающее место разворота или зону для разворота и так далее. Знаки сервиса. Седьмая категория знаков дорожного движения. Номера знаков сервиса начинаются на цифру 7. Информируют водителей о наличии на дороге автозаправочных станциях, гостиниц или отелей, станций технического обслуживания транспортных средств, о местах отдыха или ночевки. Знаки дополнительной информации. Последняя, восьмая группа знаков дорожного движения. Номера дополнительных знаков начинаются на цифру 8. Обозначают для водителей начало или конец зоны действия знаков, под которыми установлена табличка, протяженность опасного участка дороги, обозначают на какой вид транспортного средства распространяется знак, под которым установлена табличка, обозначает способ парковки и так далее.